Сегодня у нас понедельник, 16 число. Это мы на Оболонской набережной. Вон. Огромное тело сталинского туннеля. Это был пороховический щит, который так и не опустили под землю. Ну, а я, собственно, не туннель. Какой красивый лирический пейзаж. Понедельник. Все как бы затихло. Прошли выходные. Вообще, понедельник самый лучший день. Никакой суеты. Для досужего человека времени лучше нет. Никто не толчется, не пахнет шашлыками. Все притихло. Вот он, настоящий рай. Вообще земля по большей части похожа на ад, на суетливый ад. Но отдельные моменты она действительно бывает прелестна. Впрочем, ад и рай – это какие-то наши внутренние состояния. Ничего общего с этой землей не имеющей. Отражающие какие-то наши внутренние проблемы. Вот стоит человеку выспаться, успокоиться, отлежаться. Побыть в одиночестве какое-то время, оторваться от суеты, как он начинает умственно выздоравливать. Сначала физически, конечно, а потом умственно. И вся вот эта красота начинает его радовать. И он не чувствует уже потребности куда-то бежать, сломя голову. Вообще протестанты придумали этот сумасшедший капитализм. Где есть единственная добродетель. Трудиться. Ну, в смысле бегать, как сумасшедший. Мало спать, мало есть. И быть все время озабоченным. Сегодня у нас 16 число, понедельник, 16 декабря. Почти уже до моста парк дошел. Если ничего не случится, я думаю, в следующем году он дойдет до моста. Здесь вот коллекция антиков, капителей. Есть где-то даже айронманки, железная обезьяна. О, девушка с гусями, сельские мотивы. Только чипец у него какой-то нездешний, немецкий. А это вот Стоунхендж. Соберем все достопримечательности мира в наших парках.
девочки под дождем. Ага, вот поганки, панки-поганки. А где же обезьянка моя любимая? А это русалочка. Но не очень такая она. Худенькая, упитанная русалочка. Учитель-ученик. Ученый-муравей. Стрекоза, которая пропела лето. А, вот. А, это не манки. Я думал, это обезьянка, когда я проезжал первый раз. Это какой-то явно мужчина, но бабочка, мотылек, гигантский мотылек. Сад камнем.